Вот специально для походов я купил недавно такой вот мини-штатив. Он складывается в такой вот пакетик. Компактно. Очень легкий и удобный. Именно для походных целей. Вот наш штатив в сложенном виде. Складываем его в такой пакетик, затянули. И готово. Можно на руку повесить или кинуть в рюкзак. Еще я купил вот такую вот селфи-палку. Вот она так раскладывается. Достаточно длинная, около метра. Она и для смартфонов подходит. И к ней камеру можно прикрутить. Легенькая. О, даже длиннее делается. Прикручивается камера. Или есть специальное приспособление для смартфона. Проводок, чтобы кнопочка делать. Селфи, тут кнопочка. Сейчас испытаем эту палочку-выручалочку. Итак, селфи-палка в действии. Вот на вытянутую руку. Вот в таком положении, более удобном. Палочка, палочка моя, выручалочка. Палочка, палочка моя. Палочка, палочка моя, выручалочка. Палочка волшебная моя. Палочка, палочка моя, выручалочка. Палочка, палочка моя. Палочка, палочка моя, выручалочка. Палочка волшебная моя. В общем, я думаю, что покупка оправдывает себя. Гораздо удобнее, чем держать камеру на вытянутой руке. Показывать себя крупным планом. Палочка,